Всем привет, меня зовут Лиза, я учусь в Сиамском транспортном университете на специальности электронная коммерция. И сегодня я хочу вам рассказать про то приложение, которое необходимо для жизни в Китае. Для учебы, а именно для перевода новой незнакомой лексики, я использую только два переводчика. Первый — это всем известный сайт БКРС, в основном пользуюсь только им, потому что уже привыкла к его формату. Мне нравится, что здесь есть все слова и выражения, также можно найти перевод сленга. Второй — это Train Chinese. Достаточно удобное приложение. Мне нравится, что здесь можно посмотреть, как правильно писать тот или иной иероглиф. А еще можно посмотреть примеры приложения с словом, которое вы не знаете. Taobao, Pinduoduo, Poizon или же Daewoo. Всем известное приложение для посылок. У всех разный интерфейс, но каждый удобен по-своему. Cainiao — приложение для получения посылок. Здесь также можно отслеживать, где ваша посылка и через сколько она придет. А затем просто сканируем QR-код и забираем ее. Meituan – приложение для доставок. Еда, кофе, продукты, цветы – все, что хотите, можно здесь заказать. А еще есть возможность отслеживать курьера и смотреть, как скоро он приедет. Также можно купить билеты в кино и еще много-много всего. Карты. Люблю это приложение за его простоту и при этом хороший функционал. Здесь можно заказать такси, посмотреть, как доехать до места на метро, вам еще и время рассчитают, и также покажет, как дойти пешком. QQ. Приложение, которое также используется для общения, но чаще всего мы используем его для учебы. Тут разные учебные группы, куда учитель отправляет файлы, либо разные новости, касаемые учебы. Приложение моего университета. Также достаточно удобное в использовании. Здесь можно проверить баланс школьной карты, забронировать спортзал и еще зал для пинг-понга, тенниса и так далее. Также сейчас начался период выбора предметов на новый семестр. Через это приложение можно легко это сделать. Ну и одна из самых удобных функций, как по мне, это возможность расплачиваться по QR-коду в столовой или магазине на случай, если вы забыли карту. Alipay. Приложение для оплаты. Редко использую, поскольку уже привыкла оплачивать все через WeChat, но через Alipay можно легко пополнить студенческую карту. Очень удобно. WeChat. Без этого приложения вы в Китае как без рук. О функциях WeChat можно перечислять бесконечно, но все же немного расскажу про них. Конечно же, это оплата. Сканируете код и оплачиваете, не выходя из приложения. Также через WeChat можно заказать и бронировать билеты и отель в другой город. А также есть доступ к расписанию уроков и есть функция просмотра свободных классов для учебы. Ну вот и все, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, еще увидимся. Bye-bye!